Окей. Итак, сегодняшний вебинар мы посвятим теме пассивного дохода онлайн. Я занимаюсь онлайн-бизнесом, онлайн-предпринимательством примерно 10 лет. Это достаточно большой период времени, могу сказать по себе. Выглядел я 10 лет назад несколько менее упитанным, хотя я работаю над собой. В общем, начал я с трейдинга, занимался трейдингом. Собственно, большинство из вас, наверное, попали на этот вебинар по записи моего YouTube-канала или блога. Но последних несколько лет я активно занимаюсь созданием множественных источников пассивного дохода. И сегодня мы разберем, собственно, по полкам, что это такое, как вы можете получать пассивный доход, какие источники пассивного дохода существуют, и я поделюсь своим опытом. Причем этот опыт как в русскоязычном интернете, так и в англоязычном интернете. Почему стоит меня слушать? Ну, во-первых, всегда применяйте фильтр. Кто бы вам что ни рассказывал, как бы ни бил себя в грудь пяткой левой там или правой, или я не знаю как, просто слушайте, проверяйте информацию и выбирайте из поданной информации то, что нужно вам прямо сейчас. Могу сказать, что за последних несколько лет, ну, слава богу, что у меня было и время, и деньги, и желание, самое главное, заниматься этим делом, я вложил где-то порядка 12 тысяч долларов только в свою подготовку, в образование, в основном в англоязычном интернете. Сегодня вы сможете узнать техники, которые применяют лучшие коучи, американские мультимиллионеры. Что-то вас порадует, что-то нет, но в любом случае ничего таить я не буду. Двигаемся дальше. Если по ходу у вас будут появляться вопросы, пишите их в чате. Ну, пожалуйста, без фанатизма, потому что, в принципе, у нас минут 40-45, чтобы это сильно не затягивать. Итак, какие источники пассивного дохода за это время я могу вот как бы у себя сформировать, которые я прошел и которые действительно существуют? Это собственные программы, то есть вы можете продавать свои знания, создав автоматическую систему. Что имеется в виду? Ну, например, у меня есть блог profitmania.ru. Да? Это полностью автоматизированный бизнес. На данный момент я вам покажу, в принципе, если вы когда-либо занимались блогингом, вы должны понимать примерно, как это должно работать. То есть это ваш бизнес. Что вы продаете? Вы продаете свои знания. Почему этот бизнес полностью автоматизирован? Потому что этот бизнес работает уже на туннелях продаж. То есть если раньше это была какая-то страничка, где человек заходит, и ему рассказывают о стратегии RoboForex, а он, например, интересуется криптовалютами, то, как вы понимаете, RoboForex ему будет неинтересен. Да? Это все разные листы подписки и все прочее. Сейчас здесь первая страница, это просто мое приветствие. И я говорю, что, ребят, кому интересен пассивный доход, жмите на вот эту кнопку, кому интересны стратегии трейдинга, на вот эту кнопку, кому интересен заработок на криптовалютах, биткоине, жмите на вот эту кнопку. Но все это туннели продаж. Мы сегодня будем много говорить о понятии туннель продаж, потому что, собственно, от того, насколько вы его понимаете, насколько правильно он у вас настроен, и вообще это все ваши деньги, и это именно автоматизация процесса. То есть после того, как человек заполняет вот эту форму, все, что ему нужно сделать, да, он просто вставляет сюда свой email, и он попадает сразу же на страницу автовебинара. Ну, это не этот там случай, ну, примерно, или даже этот, наверное. То есть дальше он регистрируется, и отсюда идет информация сразу же в подписные листы, то есть идет ему серия писем, и он сразу же просматривает запись автовебинара. И та же ситуация по всем другим направлениям. То есть если человека интересует RoboForex, то это автомат. То есть мне не надо уже сидеть, повторять 18 раз одно и то же. Вот написано мое видео, человек нажимает на кнопку, опять же просматривает, что как я делаю, там и так далее, и так далее. Это полностью автоматизированная система вашего ведения, вашего бизнеса, продажи ваших знаний и получения пассивного дохода от продажи собственных знаний. Это первый источник вашего дохода. И если у вас еще на данный момент нет своего блога, например, или своего сайта, но вы уже чем-то занимаетесь там больше года, двух лет, то есть у вас появились какие-то знания, то я бы настоятельно рекомендовал вам этот блог завести и начинать потихонечку осваивать эту тему. Потому что этот источник пассивного дохода самый стабильный. Всегда вы сможете продать свои знания. Дальше. Второй источник – это готовые
программы пассивного дохода, участие в программу пассивного дохода, которая требует первоначальных инвестиций. Это иногда достаточно небольшая сумма, мы сегодня будем рассматривать такую программу, после чего вы получаете определенный процент. Опять же, вариант дохода и риска. Доход от участия в самой программе, доход от реферальной программы и риски той суммы, которую вы инвестируете. И третий источник дохода, самый крупный, но он самый сложный. Это покупка франчайзинга, готовой франшизы. Один из таких бизнесов я купил, я вам его сегодня покажу. То есть, если вам хватит терпения на 40 минут времени, я покажу, как это работает от блога и заканчивая самым крутым франчайзингом. Okay? Итак, программы пассивного дохода, да, ну, по поводу своего товара, то, чем я уже начал. Что можно сделать? Можно создать элементарный товар, причем, ребята, это абсолютно просто, это не так, как вам кажется, что вот, мне надо знать какие-то специальные техники. Нет, если вы даже увлекаетесь просто рыбалкой, например, да, и вы умеете ловить леща, вы элементарно можете, ну, не элементарно, но зная, как это делается, вы можете зарабатывать неплохие деньги своим увлечением. И вообще, сразу говорю, что если вам не нравится то, чем вы занимаетесь, то, в принципе, лучше с этим подвязывать. Потому что чаще всего ваше, ну, есть такое выражение, что если вы не хотите никогда работать, то занимайтесь любимым делом, когда вам никогда не придется работать. Да? Поэтому у вас есть какое-то увлечение или тема, которая вам интересна, создаете на базе этой темы или видеоролики, или книгу, или PDF, там, какую-то там, не знаю, инструкцию. И дальше это может быть просто книга, видеокурс, программное обеспечение, что угодно. Подключаете систему оплаты в Lopart тот же, например, и загоняете трафик. Да? Это может быть бесплатная реклама или платная реклама. Я тоже покажу сегодня и бесплатные варианты рекламы, и платные варианты рекламы. Итак, это первый источник пассивного дохода. Свои собственные информационные продукты. Вы мне пока напишите, у кого из вас есть блог, поставьте плюс один. У кого уже есть какой-то онлайн-бизнес или сайт, или блог, или вы что-то, или YouTube-канал свой. Поставьте мне единичку. Второй источник – это готовые программы пассивного дохода. Я уже об этом говорил. Но здесь нужно поделиться как раз с вами реально своим опытом, потому что за последних несколько лет перепробовано было все. Начинали мы с хайпов, включая Гладиатор, тот же Гладиакоин, причем как зарабатывали много, так и теряли много. Лендинговые программы, BitConnect и другие, ну и ICO сейчас. Да? То есть что здесь могу вам подсказать? Нужно научиться определять, с какими программами изначально вы будете работать, а с какими нет. И на самом деле это не так сложно сделать. Okay? Что я сейчас рассматриваю в основе, прежде чем вообще рассматривать какие-то инвестиции свои? Первое. Эта программа должна иметь официальных учредителей. Если вы не можете, вот как во многих хайпах, как в лендинговых программах, которые до сих пор выходят на ICO, зачастую вот все красиво там, все прекрасно пишут, но нет, собственно, нет команды, не написано, кто где живет, кто учредитель и так далее. Как только вы видите вот такую ситуацию, насколько бы красиво они расписывали проект, сразу до свидания. Прозрачность бизнеса и наличие, собственно, самого бизнеса. То есть должна быть понятна схема формирования дохода в этой компании. Okay? Желательно, чтобы это была многовекторная какая-то доходность. Ну и команда – это прежде всего, ну, отзывы клиентов, само собой. Okay? Давайте подойдем к рассмотрению одной из таких программ, которую я без зазрения совести могу и буду предлагать сейчас вам и своим друзьям, знакомым и так далее, потому что она соответствует всем вот этим критериям. Да? То есть когда вы можете практически без боязни положить туда любые деньги и нарастить эту программу до серьезного уровня. Что это за программа? Я буду рассказывать сегодня о FutureNet Pro. Это часть подразделения компании FutureNet. И сразу же проверяем прозрачность бизнеса 100%, официальные учредители, понятная система формирования доходов, 4+ подразделения компании, которые генерируют эти доходы, включая социальную сеть FutureNet, рекламно-маркетинговую компанию FutureNet Pro, своя криптовалюта уже, которая торгуется на бирже, свой майнинг, сеть ресторанчиков, кафе, хорошая команда, отзывы клиентов и так далее. Но на самом деле, почему я еще хочу рассказать о компании FutureNet и FutureNet Pro, я испытываю ну, просто колоссальное сейчас уважение к создателям этой компании, к Роману вот, Зиману, Штефану Моргенштерну. Оба живут в Дубае, если я не ошибаюсь, сама компания зарегистрирована в Дубае. Почему? Потому что можно создать, в принципе, автопарк, да, но чтобы создать вот такую компанию, надо изначально, как FutureNet, надо изначально иметь видение, вот, vision, то, что называется, иметь видение,
полноценной структуры, да, чтобы понимать, как это все раскручивать. Они буквально за несколько лет из ничего сделали мультимиллионную компанию. Сейчас 3 миллиона людей уже участвуют в этой компании. Представьте себе только, оборот 600 миллионов долларов. Ну, это нереальные какие-то вещи. Свои результаты я тоже покажу. Эта компания работает по схеме revenue share, то есть компания делится частью прибыли. Еще один из нюансов, который я также рекомендую вам рассматривать, если вы планируете инвестировать в какую-то компанию онлайн. Если компания гарантирует вам выплату процентов, и эти проценты высокие, скажем, больше 10% в месяц, и она прям пишет, что я вот гарантирую, там, да, скорее всего, что это жулики. И вы можете заработать только в первом цикле, то есть где-то первых несколько месяцев, после чего компания благополучно собирает несколько миллионов долларов. Ну, это все проходило на собственной шкурке. Были компании, в которые мы не боялись инвестировать, получали 4% в день. Были компании, в которых получали 10% в день. Но все эти компании, у меня был период времени, когда вот я уже прям расслабился. Был период времени, когда у меня был доход, пассивный доход в месяц 3000 долларов. Это в прошлом году, где-то, по-моему, май или июнь месяц. Я думал, ну все, я уже не буду больше ни во что вкладывать свои мозги, время и деньги, меня все устраивает. Но получилось так, что почти все компании, где-то из 5 компаний, 4 закрылось в течение 2 недель. И представьте себе, вы уже привыкли, то есть вы как бы до этого пытались что-то зарабатывать, а теперь у вас есть доход, например, 3000 долларов. Представьте себе, каждый месяц это так стабильно, он растет. Ну, успокаивайся, расслабляйся, потом бах, доход пропадает, и ты думаешь, блин, опять с нуля начинать, да? То есть, если компания начинает там гарантировать результат, это сразу же настораживает. Future Pro не гарантирует выплату, но выплачивает ее. У них выплаты на каждые 50 долларов варьируются где-то от 15-20 до 50 центов в день. То есть где-то от 15-20% до 1%, 0,2-0,3 до 1% в день. Okay? Значит, как это делается? Давайте я вам сначала покажу, собственно, всю компанию, как я работаю с ним. Okay? То есть все выглядит очень просто. Во-первых, повторяю, социальная сеть FutureNet, они с нее начинали. Мощная, классная структура, пытается создать конкуренцию Фейсбуку, не они одни, если вы слышали о таком проекте, как Steemit, англоязычном в основном, то там та же история, то есть эти компании пытаются сделать такой вот аналог Фейсбуку, но такое, чтобы не Фейсбук зарабатывал, а люди внутри зарабатывали, да, то есть когда вы здесь занимаетесь, постите какие-то активные посты, комментируете, вам за это начисляют какие-то проценты. Относительно FutureNet я не рекомендую на этом зарабатывать. Почему? У них есть мощнейшая программа, которая называется FutureNet Pro. И вот это вот то, что называется gold, то есть это чистое золото, потому что эта программа реально работает и реально позволяет зарабатывать. Сейчас я буду вам это все показывать, и я сразу же вам даю кнопку, чтобы вы могли правильно зарегистрироваться. Вы сейчас в правой колонке у себя видите фичернет счет, можете пока нажать на эту кнопку и пройти там регистрацию, а я пока что покажу, как это все работает изнутри. Okay? Двигаемся. Значит, собственно, вот так будет выглядеть реклама. Они тут дают рекламу свою. Все как положено, все это красиво описывается. Но я вам хочу показать офис изнутри свой. Упс, не на то нажал. Ну да, собственно, так это и выглядит. То есть сейчас вы видите, это уже три. Это FutureNet, FutureNet Pro и FutureNet Network. FutureNet – это социальная сеть, FutureNet Pro – это отделение, рекламное отделение компании, FutureNet Network – это, собственно, то, что связано с майнингом самой валюты FutureCoin. Пассивный доход реально можно получать с FutureNet Pro, причем это делается достаточно легко. Ну, могу сказать, что я в компании уже, по-моему, больше полугода. И с учетом того, что я заходил в нее как раз тогда, когда были большие потери на предыдущих компаниях, и уже никто ни во что не верил, то я начинал вообще с 50 долларов здесь. Вот видите мой результат на данный момент. Если я начинал с одного пакета, сейчас их у меня 7. Ну, здесь еще есть партнерская программа, да, ну, то есть где-то
в 3 раза я минимум увеличил за полгода свои инвестиции. Вот у меня здесь несколько партнеров. Я не занимался до настоящего времени активной раскруткой этой программы. Хотелось увидеть, как это все двигается, как все работает. Но на самом деле здесь все очень просто. Компания себя великолепно просто зарекомендовала. И у меня нет никаких сомнений, что в ближайших несколько лет у них все будет в порядке. Как вы можете заработать и что нужно делать для того, чтобы зарабатывать? Вот здесь единственное, что надо делать каждый день, это просто просматривать рекламу. Потому что это рекламное отделение компании. И они зарабатывают на том, что они транслируют рекламу. Как делается? Точно так же и вы можете транслировать здесь свою рекламу. На каждый пакет из $50 вы получаете 800 просмотров. Если у вас есть какой-то бизнес, который вы хотите рекламировать, да, вы можете его делать точно так же. Вот ваши страницы будут всплывать и показываться точно так же, как эти. Окей? То есть вот так это все работает. Вам нужно просто каждый день просмотреть 10 объявлений. Занимает это абсолютно немного времени. Ну вот одно объявление сейчас мы просматриваем. Причем иногда попадаются и достаточно хорошие, интересные проекты. Но со временем вы, в принципе, это не будет у вас занимать много времени. Ну, вот так нужно просмотреть их, грубо говоря, на 10, после чего вы сможете попасть уже в свой кабинет, и вам будет этот день как бы зачтен. Видите, здесь вот одно из мы просмотрели, надо еще 9. Но мы не будем это делать, то есть там, логика ясна, да? Дальше. Каждый день вам начисляют процент, определенный процент. В данном случае за прошлое время мне начислили $6.47. И, собственно, это то, что называется пассивный доход. Это является реально пассивным доходом, потому что, когда вы спите, этот бизнес работает на вас. Компания работает на вас, с вами делится своей прибылью. Все, что вам надо делать, это просто рекламировать компанию, рекламировать, да, это дополнительный доход, да, вы можете рекламировать свою ссылку, вот у меня, например, такая ссылка, рекламировать ее в социальных сетях, мы дальше поговорим о том, как это делается, как это делать правильно, и как этот бизнес поставить, как его сделать бизнесом, да, как поставить этот бизнес на поток, чтобы вы, собственно, даже в режиме «я сплю» получали новых рефералов, сегодня буду об этом говорить. Итак, еще раз быстренько пробежимся по этой программе. Все, что нужно сделать, зарегистрироваться, кнопка у вас справа, перейти в программу. Или вы не видите кнопку, наверное, да? Хорошо, да, вот сейчас добавил вам кнопочку, sorry. Да, кнопка у вас появилась справа. Если кнопки нет, пишите мне. Должна появиться кнопка Featured Pro. И я вам также продублирую эту ссылку сюда в чат. Регистрируйтесь, вы попадете в мою команду, я буду видеть, что вы делаете, смогу вам помогать. Окей. Двигаемся дальше. Значит, какие затраты? Минимальная инвестиция $50. Но, ребята, если вы будете получать от 0,3% до 1% на свои инвестиции, и в чем проблема? Господи, 10 минут в день потратить на то, чтобы прокликать эти объявления и получить нормальный процент заработка, это великолепная штука. Идем дальше. Значит, сколько можно получать, в принципе, с этого всего дела? Давайте посмотрим в таблицах. Я создал специально вот такую табличку. Например, вот моих 7 пакетов при 1% в день. Ну, сейчас он бывает чуть меньше. Я просто для того, чтобы нам было более-менее понятно. Это вот 50 центов на $50 каждый день получается. У меня таких 7 пакетов, соответственно, доход со всех пакетов в месяц у меня будет составлять порядка $105. То есть если у вас таких пакетов будет, грубо говоря, 10, это на $500, вы $150 в месяц уже получаете. Если этот процент будет здесь чуть ниже, да, не 1%, например, 0,3, эти цифры будут отличаться. Но мы сегодня будем говорить с вами о том, как вы можете зарабатывать, практически не вкладывая свои деньги в покупки пакетов. Да. То есть мне главное вам показать, что можно получить. Я знаю людей, вот моих партнеров, моих наставников, в том числе англоязычных, коучинги, которые я проходил в свое время, люди инвестировали и получают уже, получали до $60,000 с этой компании. То есть как бы серьезный, мощный бизнес. Развивается, работают, строят какие-то рестораны, строят какие-то геликоптеры. В общем, не сидят люди на месте, я им полностью доверяю. Хотя классическое выражение, никогда не вкладывайте больше, чем вы готовы потерять. То есть на последние деньги заходить ни в какой бизнес не надо. Это просто глупо.
Партнерская программа. Партнерская программа отвечает про включая два уровня. Первый уровень 8%, второй 4%. Ребят, кажется на самом деле, что, мало процентов, это все понятно, да? Я могу сказать по предыдущей компании SiteEdge, да, например, которая... у меня было более 100 рефералов. Я ничего не делая получал в день уже приличное количество биткоинов, понимаете? То есть главное не то, что маленький процент. Это, кстати, чем меньше процент реферальной программы, тем тоже более реальная эта компания, я считаю. Потому что компания, которая реально дает больше, чем зарабатывает, она долго не живет. Да? Они могут набирать какой-то период времени деньги, и даже они могут быть как бы порядочными где-то в глубине души, опять же, как ребята в SiteEdge. Но когда у них идут какие-то проблемы в математике, то есть они видят, что заработок у них меньше, чем то, что они должны выплачивать, у них начинаются проблемы. И эти проблемы заканчиваются тем, что люди просто не получают свои деньги обратно. Поэтому, опять же, из всех там десятка программ, в которых я до этого времени участвовал, я предлагаю вам одну на данный момент. Это только FutureNet, FutureNet Pro. Остальные просто не выдерживают критики. Теперь давайте рассмотрим, как из этого всего, собственно, делается бизнес. Что такое бизнес с точки зрения онлайн-маркетинга. Да? Допустим, вы не хотите инвестировать свои средства, вернее, вы хотите сделать из этого бизнес, который развивается на автопилоте. Что нужно для того, чтобы это было, это вот простое предложение FutureNet Pro стало для вас бизнесом? Как из этого сделать бизнес? Давайте я вам сейчас покажу всю схему. Итак, все очень просто. У вас есть какой-то товар, с которого вы получаете какой-то процент прибыли. Окей? Чем больше у вас, то есть вы можете два варианта. Вы можете вкладывать свои деньги, даже три. Первый вариант – вкладывать свои деньги. Второй вариант – вкладывать свои деньги и также рекламировать эту программу среди друзей в интернете там, и так далее, в социальных сетях. И третий вариант – вы можете чуть-чуть вложить своих денег и дальше только рекламой заниматься. Да? Все три варианта имеют свои преимущества и свои недостатки. Но правильный вариант, я думаю, второй, потому что вы и свои деньги должны вложить, пускай работают, чтобы они работали, да, потому что вы достаточно быстро вынимаете, и обязательно рекламировать. Но как сделать это так, чтобы эта реклама шла на автопилоте, чтобы ваша прибыль росла на автопилоте? Давайте я вам покажу свой Aweber, чтобы вы понимали, что такое автопилот, да? Смотрите, вот это мой лист автоответчиков, видите, автоответчик, да? Здесь он не один, у меня их много, это Aweber, тут порядка полутора десятков разных подписных листов, ну, в частности, вот этот касается RU FutureNet Pro, okay? Что у меня здесь сделано? У меня заряжена серия писем. Для кого это в новинку, сразу говорю, не расстраивайтесь. Если вы хотите заниматься онлайн-маркетингом, онлайн-бизнесом, бизнесом в интернете, вам все равно придется... Ой, не тот лист выбрал, извините, вот этот. Вам все равно придется все это выучить. То есть я даю это в очень легкой форме, такой очень простой, поэтому не переживайте, просто запаситесь немножко терпением. Итак, у меня есть автоматическая серия писем, которая состоит... Legacy Follow-up Series, которая состоит там из... Она может включать 5 писем, может включать 10 писем, 15, 40 и так далее. Каждое письмо – это новый день. То есть, грубо говоря, все, что мне нужно для того, чтобы этот бизнес у меня шел на автомате, мне нужно, чтобы люди попадали в мою вот сюда, в сеть подписок, да, в мой автоответчик. Как это делается? Вот у меня есть, например, вот эта страница, вот с нее они как раз попадают сразу же вот сюда. Что такое автоматизация? Что такое как бизнес? Вот я, например, веду здесь рассылку, и основное внимание, да, видите, FutureNet Pro, пассивный доход. Все эти письма рассказывают постепенно, начиная с того, что такое пассивный доход, и дальше подводят к тому, какие программы пассивного дохода я предлагаю, в которых я инвестирую, участвую сам, и которые я могу предложить и посоветовать. И как вы думаете, куда ведет эта ссылка? Эта ссылка ведет или на статью, или непосредственно на страницу регистрации на FutureNet Pro. То есть все, что нужно мне для того, чтобы автоматически все это работало вместо меня 24 часа в сутки на протяжении того количества дней, сколько я там зарядил, это гнать сюда трафик.
Как мы можем, собственно, откуда берется трафик? Давайте я вам покажу, как это делаю я. И потом я расскажу, как это делать можно, как этому можно научиться. Okay? У нас есть два варианта трафика. Это бесплатный трафик и платный трафик. Бесплатный трафик – это когда вы тратите свое время. Ну, тут два варианта. Как только вы начинаете ценить свое время и знаете, как пользоваться платным трафиком, вы бесплатным трафиком не занимаетесь. Но на начальном этапе все начинают с бесплатного трафика, и это даже хорошо, потому что со временем вы начинаете разбираться, как это все крутится. Так вот, как можно прорекламировать, например, вот эти вещи в социальных сетях? Да? Вот, например, мой Facebook, ну, покажу на примере англоязычного. Вот у меня такая рекламка. Да? Вот, если вы хотите начать свой бизнес, то, пожалуйста, мы предлагаем для вас полноценную программу «Все товары под ключ», лендинг-страницы, система учета, трафик там и так далее. Все, что нужно сделать мне, это дальше просто-напросто расшарить это дело в группах по интересам. То есть, если я делаю это для серии Make Money Online, да, то есть для того, для людей, которые интересуются заработком онлайн, то все, что мне нужно сделать, это там пару раз нажать на кнопку «Пост». И, то есть, я когда пощу в эту группу, видите, их там у меня достаточно большое количество, то мой пост в этой группе будет показан. В этой группе там 36 тысяч пользователей, да, здесь люди что-то постят и так далее. Вот мой пост сейчас попадается, и, соответственно, его увидят люди, которые находятся сейчас в этой группе, да. Человек нажимает на кнопку «Узнать больше» и попадает куда? На страницу, соответственно, вебинара или уже готовую страницу, где есть запись вебинара или запись просто видео о том, как этим всем пользоваться. Здесь опять же есть кнопка, которая ведет непосредственно к тому бизнесу, которым я занимаюсь. Okay? Это опять же все то, что мы с вами называем туннелями продаж. Okay? Все туннели продаж сводятся к одному. Люди попадают вот в серию писем, которая постепенно объясняет им, что вы им продаете, что вы предлагаете. И вот проценты открытия этих писем 66%, 36%, 36%, 32%, 35%. То есть люди читают эти письма. Okay? Второй вариант, как вы можете рекламировать бесплатно из того, что реально работает, это Instagram. В данном случае я покажу свой новый Instagram, опять же, для англоязычной аудитории. Ну, покажу просто, как он работает. Okay? То есть, опять же, набирается просто картинка. Эта картинка может быть с текстом. Есть автоматизированные программы, которые позволяют эти вещи набирать. В общем-то, не так сложно. И подскажу вам один секрет, что каждый раз, когда вы делаете перепост вот этого всего дела вот сюда, и если вы вставляете вот эти хэштеги снизу, все это, опять же, идет на тысячную и тысячную и тысячную аудиторию. Даже если вы просто сделаете вот так. Okay. Итак, я запостил этот пост, и моя основная задача, видите, здесь написано Watch Mobile, здесь нельзя постить ссылки, поэтому все ссылаются, что если вам интересна эта тема, нажмите на ссылку на моей биографии, в профиле, да? И эта ссылка, опять же, выводит на какой-то туннель продаж. Okay. Это туннель продаж, опять же, подписная страница. Почему? Ну, потому что какой смысл каждому человеку одно и то же рассказывать? Вы собираете их посредством туннеля продаж, собираете в свой автоответчик, вот, и если у вас все поставлено правильно, то есть это бесплатный трафик, мы говорим, да, вот мой дашборд, например, сегодняшний, то у вас будет определенное количество новых пользователей зарегистрировано, причем что кто-то будет из них подписываться, кто-то отписываться, но в среднем у вас должен прирост идти каждый день. Вчера 15, сегодня 9 и так далее, и так далее, и так далее. Это на полном автопилоте, я вообще ничего не делаю, это просто с блога приход людей. Okay? Теперь поговорим о тех методах, которые более серьезные. Это платный трафик. Платный трафик – это когда вы используете свои средства для того, чтобы автоматизировать какие-то процессы. Например, мы с вами сделали вам уже туннель продаж, да? Вот такой. Все, что мне нужно сделать сюда, это загнать платный трафик. Я или могу купить этот трафик на Solo Ad, например, в рекламе, но на русскоязычной аудитории это не работает, или могу сделать просто объявление, специальное объявление на Facebook. Надо знать, как это делается. Но в целом это примерно та же история. Я делаю вот такого рода, подобного рода объявления, плачу Facebook там от 5 до 10 долларов в день всего-навсего
за показ этого объявления в нужной мне социальной группе. То есть, если это касается пассивного дохода, что это может быть? Это может быть группы, которые, опять же, хотят зарабатывать онлайн, группы, которым интересен пассивный доход, группы, которым интересно направление типа Форекса, там, бинарных опционов. То есть, люди, которые пытаются найти дополнительные методы получения своего дохода из интернета. Окей? Все. После того, как у меня есть заряженная система, вот это заряженные Facebook Ads, так называемые Facebook объявления, и есть туннель, в который эти Facebook Ads ведут, вот так вот, как здесь, например, ведут на определенную страницу захвата. Эта страница может быть связана или с автоматическим вебинаром. Например, то, что я делаю сейчас, я записываю вебинар, да? Уже завтра я смогу сделать из него автоматический вебинар. То есть я смогу встроить его в туннель продаж, запустить туда трафик, и все предложения, которые вы сейчас видите, будут точно так же видны в процессе людям, которые будут смотреть мой автовебинар, и им будет казаться, что это вебинар онлайн прямо сейчас. Но меня там не будет, и все это будет работать на автопилоте. Окей? Идем дальше. Так, я боюсь вас запугать, честно говоря, всеми вот этими вопросами, но держитесь, постарайтесь продержаться. Так, смотрите, значит, как получить вот такую автоматическую систему? То есть есть, этому надо учиться. Просто так вы сами этого не сделаете. Поэтому созданы специальные программы. Я сейчас одну из них вам буду предлагать и рекламировать, и показывать. Да? Программа эта называется «Рефералы под ключ». И в этой программе я рассказываю все, что нужно для того, чтобы из любого практически бизнеса, который вам интересен, который предлагает партнерскую программу, чтобы запустить его вот так, как я показывал, на сделать туннели продаж, сделать рекламу и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы узнаете о том, какие программы пассивного дохода стоит рекламировать, почему, как рекламировать свои партнерские программы бесплатно. Это Facebook и Instagram. Что такое автоответчик, как подключить, что такое туннели продаж. Это не так сложно, как кажется, но кто-то должен вас взять за руку и провести по всей этой системе, иначе это будет очень долго самостоятельно изучать. Создание потока клиентов с помощью рекламы на Фейсбуке, автоматических вебинаров я вам уже показал, об этом мы будем говорить тоже. И как это все превратить в реальный бизнес, то есть как это все связывается. Программа подойдет для вас, если вы хотите реально начинать что-то делать онлайн. Это самое минимальное, с чего нужно начинать. Потому что дальше все будет сложнее. Но это самое простое, этому не так сложно научиться. Курс стоит $390, даю скидку до конца, до 10 числа. Вот наберете минус 30, получите скидку в $30. Опять же, если какие-то вопросы там по оплате или что-то непонятное, ребят, стучитесь в скайп, завтра, послезавтра будем общаться. Это скидка, я вам дал. Двигаемся дальше. Сегодня мы поговорим больше, чем просто о программе получения рефералов, даже рефералов под ключ. Okay? Следующий вариант – это онлайн-бизнес под ключ. Это уже немножко сложнее. В прошлом году я начинал с того, что когда уже начинал учить вот тому, что такое онлайн-маркетинг, как этим заниматься, у меня была программа, есть она сейчас, называется «Инфобизнес под ключ», где я учу человека от и до. Вот все, что я делаю, как это делается, что такое автоответчик, что такое серия писем, как это набирается, что такое лендинг, что такое страницы прокладки, что такое там все эти, как это все... В общем, очень глубокая тема, грубо говоря. Но я столкнулся с тем, что, это занимает много времени, поэтому за это приходится брать много денег, там это точно больше $1000. Б. Люди начинают сильно уставать уже где-то на втором месяце обучения, потому что всем хочется сразу денег. А оказывается, что оно не так просто, как, собственно, каким казалось. Да? Надо потратить не один месяц, может, не один даже год на то, чтобы все это изучить и прийти к тому, что они хотели. Создание собственных инфопродуктов там, и так далее. Что люди хотят чего? Они хотят просто получить быстрое решение. И то, что мы делаем в этом году, я просто партнерюсь с людьми. То есть я, например, это все уже знаю. У меня уже есть эти программы, у меня уже есть купленный франчайзинг. Вот, я знаю, как им пользоваться. Все это идет на англоязычную аудиторию, дает хорошую прибыль. В общем, я просто рассказываю людям о том, что окей, ребят, я вам дам минимальные
знание того, что вам нужно, чтобы вы понимали, как работает бизнес, но я все делаю за вас. Да? То есть это готовый бизнес под ключ на основе франшизы. Что имеется в виду под бизнесом на основе франшизы? Сейчас я вам покажу один из таких вариантов бизнеса. Это уже мой бизнес, полноценный мой бизнес, тоже партнерский. Ну как партнерский, то есть я там соучредитель тоже. Но весь этот бизнес веду я. Да? То есть в чем преимущество вот такой работы, что вы просто получаете все, что нужно от вас, грубо говоря, в этой системе. Вы получаете кусок этого бизнеса, вам не надо платить $3000 за покупку этого бизнеса, как мы заплатили. И еще пару там, тысяч долларов на то, чтобы разобраться, подключить, повесить это на свой хостинг, чтобы оно все закрутилось. То есть вы получаете просто-напросто готовый бизнес, я вас подключаю, и все, что вам надо делать, это на туда трафик. Просто вам нужно выделить определенные там в районе $300 в месяц, гнать трафик на свою страницу, получать свои результаты и получать свою прибыль от нашего бизнеса, который мы для вас уже купили, и мы за вас это все делаем. То есть как это делается? У меня есть, например, партнер, с которым я начал работать недавно по такой схеме, что вот эта женщина из Канады, у нее свой там другой бизнес, и ей тоже это все интересно. Что я для нее делаю? Я для нее создаю здесь, например, серию писем, которая ведет на мой бизнес, но с ее партнерскими ссылками. И все, что делает она, вот мы, например, трафик запустили там, в начале недели, да, купили ей трафик, она получила 90 человек подписчиков, да, было 94, то есть 90, грубо говоря, подписчиков у нее. Эти подписчики находятся у нее вот в таком же кабинете, но всю работу по тому, как пользоваться этим бизнесом, что такое, что это такое, как с ним работать и так далее, с ее подписчиками всю работу веду я. То есть ей делать ничего не приходится вообще. Она просто вкладывает деньги в трафик, загоняет эти деньги в туннель продаж, который я для нее создал, и получает результат в виде реальных денег, которые зарабатываются. Okay? То есть вот такая система, которую я сейчас как бы внедряю в этом году, потому что ну, очень сложно человека научить изначально всему сразу, это очень сложно. Сколько это стоит? Изначальный взнос – это $490, это тот минимум, который я все-таки возьму за то, что ну, нам придется с вами работать. Минимум раз в неделю я буду работать с вами лично. И потом по $300 в месяц, хотя бы 3 месяца у вас должен быть бюджет. То есть по этой схеме вы можете работать только в том случае, если у вас есть вот на ближайших 4 месяца где-то в районе $1500. Но вы получаете готовый бизнес, который под ключ, который в течение года приносит вам где-то от 10 до 15 тысяч долларов в течение года. Доходы реально начинаются уже со 2-3 месяца, после того, как вы запускаете туда трафик. Откуда этот бизнес? Ну, прежде всего, ничего мы уже давно не придумываем. Все сделано за нас. Этот бизнес создал человек, который заработал на нем уже более 10 миллионов долларов. Он англичанин, зовут его Пол Линч. Я достаточно долго в прошлом году искал как бы партнерские разные бизнесы, смотрел разные варианты франчайзинга. Но вот на этот момент это лучшее, что мне удалось выбрать, потому что здесь есть как товары, которые человек может, собственно, купить внутри этого бизнеса, так и товары, которые он может рекламировать, и вся задача, все сделано за него. То есть есть туннели продаж, есть серия автоответчика писем, да, есть система учета, трекинга этого всего, ну и так далее. Все этому тоже надо учиться, но вам этого делать не придется. То есть если вы хотите получить готовый бизнес, с ним участвовать, просто выходите со мной на связь по скайпу, я вам покажу просто это все в реальных примерах. Покажу, сколько это приносит, и дальше будем двигаться. Здесь, собственно, все зависит от трафика, так как я и говорил, да, что если мы с вами покупаем там трафик на $900, то выскакивает, грубо говоря, 1400. Да, то есть, ну, эти цифры варьируются, безусловно, все это варьируется, но смысл здесь очень простой. Когда у вас есть готовый, заточенный на прибыль бизнес, все, что вам надо сделать, это пускать туда качественный готовый трафик. Качественный high-end трафик. Ничего другого. Собственно, 40 минут мы уложились, да? Практически сегодня вебинар. Это практически все, что я хотел рассказать. Если остались какие-то у вас вопросы, понимаю, что это было немножко все быстро, если для вас это в новинку все, то сумбурно, выходите со мной на связь по скайпу.
Можете завтра, можете после выходных, не принципиально. И задайте ваши вопросы. Ребят, если вас интересует пассивный доход онлайн, никак по-другому это не будет. То есть, что происходит? Вам нужно будет или научиться создавать свои продукты, да? Вот это все уже пройденный этап. Да? Вам или научиться нужно будет создавать свои собственные продукты, то есть свои собственные инфопродукты и учиться их продавать с теми же туннелями продаж и так далее. Второй вариант – это участие в программах пассивного дохода, которые я показал, например, та же FutureEd Pro. Okay? И третий вариант – это покупка готового бизнеса типа франчайзинга, франшизы. Ну, это как купить Макдональдс. Ну, Макдональдс купить стоит там франшиза у них там миллион, по-моему, 1 200 000, что-то такое сейчас. В интернете есть это, эти франшизы несколько дешевле, но меньше 3000 долларов франшиза вот такого типа, как я вам показал, не стоит. Плюс, к сожалению, недостаточно просто купить франшизу, надо в этом разбираться, заниматься этим ежедневно и так далее. Поэтому я и пришел к выводу о том, что если у человека есть время, деньги и желание, и он понимает, что да, надо вкладывать, то я готов за него делать работу, взять его в свой бизнес. Все, что нужно мне от него, это начальный стартовый депозит. Ну, я не хочу просто тоже тратить свое время зря. И деньги на трафик. Трафик – это 100% ваши деньги на выходе, это ваша прибыль. То есть, если вы потратили 300 баксов и получили 500, в чем проблема купить трафик? Тем более, что вам его и покупать не надо, вы просто опять же переводите деньги в нашу систему. Мы покупаем трафик в качественных источниках того же трафика. Это SoloAd трафик, это могут быть биржи трафика, то есть мы этим занимаемся регулярно. Окей? В общем-то, как-то так, как говорится. Да? Еще раз, я был рад всех приветствовать на вебинаре. Не каждая птица долетит до середины Днепра, да? Не все выдержали. Но я не обещал, что это будет просто. Запись этого вебинара я выложу, безусловно, завтра выложу и разошлю по своей сети. Вы сможете его посмотреть в записи. В принципе, на сегодня все. И всего хорошего. До следующих встреч. Заканчиваем.